Новый фарватер меняет свой курс и разворачивается на 180 градусов с юга на север. Лесосибирск на 2 дня становится местом общения самой умной, креативной и творческой молодежи северных территорий края. 22 конкурсных номинации. Это вам, господа, не шутки. Будет конкуренция между Лесосибирском и Норильском, поскольку проект очень интересный. Лесосибирск традиционно показывает сильное движение развития молодежного добровольчества. Ну и вот в этот раз Норильск представил новый проект о привлечении социально ответственного бизнеса в развитии вот такого молодежного движения. Такая серьезная конкурентная борьба представителей 2 северных городов развернулась в номинации «Развитие добровольческого движения в молодежной среде». А экспертов номинации «Поддержка молодых семей» удивил проект «Норильчан». Мы сегодня привезли проект с 4-летней историей под названием «Будущие родители». Данный проект направлен на целевую аудиторию. Это молодая социально перспективная семья, которая ожидает малыша. Работа ведется как с будущими, так и настоящими родителями. Курсы по изготовлению русской игрушки, подготовка к родам, бесплатные занятия по акваэробике и йоге. В центре все модераторы и тьюторы работают на добровольных началах. И пришли не победить, а просто поиграть. Потому что нам нравится играть. При любой возможности мы выходим на сцену. Группа Егора образовалась недавно. Ей всего 1.5 года. В репертуаре ребят кавер-версии на популярные песни. Главная задача на сегодня – зажечь зал. А музыканты группы «Рейс 55» родом из Ивенкии. Молодые люди ехали сюда с определенной целью. Потому что это перспективно. Надо развивать рок-направление. Особенно в таких северных регионах. Пытаться выступать где-то в других местах. Эксперты даже на репетициях внимательно наблюдают за ребятами, а в целом... Радует то, что приехали коллективы из Норильска, из Ивенкии и там еще из каких-то далеких там территорий, которые раньше никогда не приезжали к нам. Это очень здорово. Самое яркое шоу первого дня – это церемония открытия северного фарватера. Участники номинаций – современная хореография, эстрадный вокал, дизайн одежды, брейкинг и рэп на одной сцене. Зрелище незабываемое. А победителем северного фарватера стал... Поверили, что можете узнать результаты раньше времени? Не тут-то было. Запаситесь терпением. Скоро все станет известно.